Так, я уже в метро. Спускаюсь на Арбатско-Покровскую линию. И сейчас иду к выходу на Новый Арбат, и вообще на Арбат, на Старый Арбат и на Новый Арбат. Идем, выходим. Это вот такое у нас метро здесь, в Москве, с такими вот лампами. Сейчас покажу. Вот такие лепнины. Старинные, довоенные еще, скажем. Это, в принципе, и все метро практически прошлого века. Выход в город. Улица Воздвиженка, улица Марфа, Новый Арбат. И так, театр имени Вахтангова, кинотеатр художественный. Ну все, идем правильно. Двигаемся в правильном направлении. Идем гулять на Арбат. Так. Подходим к эскалатору. Аккуратненько встаем. И поднимаемся. Он очень-очень высокий. Видите, очень далеко ехать. Будем подниматься. Все люди стоят. Я тоже оделась сегодня свои сапожки, чтобы не скользить. Вот такие здесь переходы и подъемы в метро. Это я показываю для своих земляков красноярцев Железногорска. Многие вообще же не были в Москве, в метро. Может, немножечко представление будет, как-то в метро находиться на большой глубине. Не всегда разрешают снимать, не везде. Везде свои правила. Но здесь вроде бы как можно. Мне еще замечаний не сделали, так что я буду снимать. Уже вообще поднимаемся к выходу. Так, уже поднимаемся к выходу. И выход в город у нас. Ура, ура! Выбираемся из метро. Аккуратненько выходим. Плохо видно, но я прочитаю. Станция Арбатская, она была сооружена с 51-го, в 51-м году, ну вот с 51-го по 52-й год ее сооружали, Арбатскую. Метрополитен имени Владимира Ильича Ленина. Арбатская. Ну что, выходим в свет. Ну вот, я вышла на Арбат. Первое, что я увидела, это елка. Красивая елочка. Вот поближе подойти. Вот такая она большая. Вот такая большая. Арбатская елочка. Пойду внутрь.
зайду, погляжу, что там. Ну, внутри фонарики, как правило. Фонарики. Все такое новогоднее. Я нахожусь на Арбате. Погода такая, знаете, морозная, минус 13, ветерок. Задувает немножечко. Ну что, идем дальше гулять. Вот, пожалуйста, на Арбате. Движения практически нету, потому что Москва отдыхает. А здесь обычно в рабочие дни, конечно, пробки. Ладно, идем. Идем. Идем к ресторану «Прага». Эти знаменитые фонари вечерами горят очень красиво. Тут магазинчики различные по пути, тоже украшенные витрины. Сейчас отсвечивает, но хочу показать вам интересное оформление витрины. Какая красота! Вон идти. Маленький Иисус. Люли. Мария Магдалина. Это вот отец его. Иосиф. Да, это Иосиф. Такие карусельки. Их плохо видно, отсвечивает. Вот вечером красиво, когда подсветка. Матрешки сниму. Ладно, пойдемте. Красота только начинается. Сегодня народу мало, холодно. Люди дома. Отдыхают. Картины. Здравствуйте. Привет, привет, привет. С Новым годом. Ну, счастье, с Новым годом. Ну, счастье. И вам счастье тоже. Хороших денег. Хорошо. Ой. Старые дома. Архитектура старых домов. Такие старые лепнины. Видите? Ну да, сегодня народу мало, холодно. Все стараются быть дома. Я приехала погулять. Эти фигурки все сделаны из такой красивой глины, как будто металлические, как будто золотые. Даже вот такие витрины. Матрешки продают.
вот такой Арбат. Летом здесь, конечно, очень хорошо. Народу много, играют музыканты, художники, рисуют картины, продают всякие поделки, продают матрешек. Тут летом очень много народу. Вот сейчас весна начнется, и будет вообще вся будет улица забита людьми. Сегодня холодно, люди отдыхают дома. Ну вот я вышла вам показать Арбат. Что он сам из себя представляет. Я сама здесь редко бываю. Но сейчас пройдусь с вами немножечко. И вы со мной пройдетесь. Посмотрим. Я русский не понимаю. Меня зовут Татьяна. Тебе как зовут? Я русский не понимаю. Заходи. А где ты родился? Москва. Не, приехала откуда? Москва. Москва? Да. Ну ладно. Хорошо. Татьяна, ну камера вкуда. Скажи, Татьяна. Замерз я. Ну ты поздравь Татьяну с Новым годом. С Новым годом. А ты повернись хоть ко мне, это Джошуа. С Новым годом. Наступаем. Мне очень рад, что мы наступаем. Вон какие. Спасибо. Классный бананы. Какой, хорошенький. Банана. Вам колбаску там налить. Банана. Классный. Скажи с Новым годом поздравления. С Новым годом, банана! Банана! Пока-пока. С Новым годом. И вам тоже. Счастья тебе, здоровья, чтобы все было хорошо. И чтобы у тебя все-все сбылось в этой жизни, ладно? Конечно, банана. Банана, пока. Миньоны гуляют по Арбату. Банана. Что, не холодно тебе? Нет. Тепло? Жарко. Давай мне тоже. Банана? Да-да. С Новым годом! С Новым годом, с Новым годом! Вот женщина идет, у нее скандинавские палки. Я в свое время, да я и сейчас тоже хотела тоже такие палочки, чтобы ходить. Между прочим, в Европе набирать популярность. Это ходьба скандинавская. Так что... Даже по Арбату ходит на скандинавских палочках. Так, ну что, куда идем? Идем дальше. Я уже замерзаю. Морозно, но такая, знаете, грязь. Грязь, грязь, грязь. Видите, все грязно. Все посыпано реагентами. Снежок тает. Ладно, идем дальше. Ну вот сегодня 5 декабря. Я еще раз хочу сказать, людей очень мало, потому что холодно. Будет тепло, и все люди посыпят гулять по Арбату. Я еще думаю, что вечером будет много народу. Вечером придет молодежь, будут гулять здесь. Но пока так днем гуляют гости Москвы, скажем. Или, ну, скорее всего, люди, которые находятся... Временно на территории Москвы, в городе Москве. Идем дальше. Вот это театр имени Евгения Вахтангова. Вот этот. Такая вот императрица сидит. Золотая в золотом кресле. Красавица. А здесь... Огромное здание, Центральный дом актера. Здесь проходят различные праздники, собираются актеры, старейшины актеров, гильдии актеров. В общем, собираются они здесь, проходят капустники у них. Капустники, различные праздники. Вот в этом Центральном доме актера они все здесь и собираются. Вон какой, смотрите. Боже мой, какие старинные лепнины. Ой, так, идем дальше.